Красноярск привезут мощи крестителя Руси святого князя Владимира. В течение 3 дней ковчег с ними будет находиться в Покровском соборе. Поклониться святыне сможет каждый верующий. Доставят мощи в 7 часов вечера. Священнослужители говорят, что по опыту других городов возле храмов собираются сотни прихожан. Наплыва ждут и в Красноярске. В связи с этим уже с 8 утра парковаться на улице Сурикова запретят. Регулировать движение там будут автоинспекторы. 250 тысяч человек пришли к поясу Богородицы. Если такое же количество людей мы увидим завтра, то могут горы свернуться действительно. Если такое огромное количество людей по своей вере придет в храм завтра, приложиться к честным мощам святого князя Владимира, все возможно действительно. Но это все зависит от нашей с вами веры. Тогда люди пришли с верой и упованием. И данные статистики, что действительно через год на 10% рождаемость выросла.